А вы знаете, что композиция Сия... Блять. А вы знаете, что песня «Сия Шенделер» стала первым хитом певицы, написанным для самой себя? Хотя до этого она написала уже много хитовых песен для таких исполнителей, как Риана, Бритни Спирс, Кристина Агилера. Послушайте, о чем она поет в этой песне. А тусовщицам не больно, и они всегда довольны. Может, я тоже научусь. Да я из тех, с кем всем просто потусить. Когда так грустно, меня любят все, и я к ним чусь. Раз, два, три, раз, два, три, пей. Раз, два, три, раз, два, три, пей. Раз, два, три, раз, два, три, пей. И вот уже теряю счет. Я буду пьян и снесу кардинал. Я снесу кардинал.